Дорогие мои подписчики, пришло пора салатов. Сезон арбузов. Почему сезон арбузов? Потому что конец лета и самые вкусные арбузы сейчас. Август. Смотрите, так как все равно я рассказываю вам кучу всяких интересных моментов по поводу того, как работают шефы, какие можно использовать фишечки и как все это должно обрабатываться, то безусловно арбуз и в сезон арбуза. В Москве очень много ресторанов, кто подает такое культовое блюдо, как салат из арбуза с сыром. Значит, арбуз у меня, ну, понятно, на салат мне не нужно тут тонну арбуза, я отрезал кусок. Мне, безусловно, его следует вырезать. А, нет, все начнем с того, что в сковородочку я отправляю семечки подсолнечника и семечки тыквы, сырые. Все должно быть сырое, все должно быть свежее. Я отправляю сюда и те, и другие. Пусть сковородка нагревается, а не жарится. Дальше я работаю с арбузом. Смотрите, нужно какое-то количество арбуза нам для салата получить, вот отрезав и выбросив все лишнее. Вы знаете, в Индии ребята, кто занимаются аюрведой, они эти шкурки арбузные как-то тонко нарезают, потом высушивают, потом перемалывают, делают муку, ее используют, добавляют там различные каши с точки зрения здоровья и здорового питания. Вот эту вот шелуху выкидывать нельзя. Но в нашей полосе, в России в частности, не принято так делать, поэтому ну, мы чаще всего выкидываем. Что я делаю дальше? Значит, можно заморочиться и нарезать там каких-нибудь вензелей. А можно не заморачиваться и нарезать все это, знаете, как? Треугольниками. Можно отрезать, знаете, вот сделать их более треугольными, скажем так. Заодно оценить. Очень подходит для нашего салата. Итак, обязательно нужно... Значит, они должны немного подрумяниться. Видите, подсолнечные семечки подрумянились, а тыквенные начинают стрелять, надуваться. Все, поэтому можно убрать огонь. Сковородка горячая. И оставить их остывать. Пусть догреваются, досушиваются. Вкус. Нам нужен вкус. Итак, обязательно нужно выковырить семечки оттуда. Ну, хотя бы с внешней стороны. Знаете, чтобы вот эти вот черные штучки не вводили никого в сомнение, что, мол, арбуз в салате, а семечки торчат в разные стороны. Что я с семечками буду есть? Что? Дальше, конечно, уже ничего страшного. Можно вырезать серединку самую. Знаете, есть рестораны, которые заморачиваются, вырезают кубики, там что-то из самой серединки. Потом остается тонна отходов, которые не знаю, куда девать. Это может, конечно, съесть персонал в ресторане. Но вы знаете тогда себестоимость, какая будет у этого арбуза? Не 70 или там 50 или 30 или 20 рублей за килограмм, а там будет 120, 150, 170 рублей за килограмм. Это очень дорого, потому что сезонный продукт в ресторане должен быть дешевым. Дальше у нас по плану сыр. Вот сыр — это очень важная часть этого салата. Посмотрите, видите красный край? Это значит, что он был подкопчен. Это копченый сыр. Значит, я пришел на рынок и спрашиваю. Ну, то есть, чаще всего этот салат делается с сыром, который называется чанах. Сыр чанах — это вот очень похожий вот такой дырчатый сыр, очень соленый, рассольный, грузинский, все как полагается. Я ей говорю: ой, а что это у вас, копченый чанах? Они мне говорят: нет, это копченый адыгейский сыр. Я лично в Адыгее был 3 раза. Путешествовал внутри страны, ходил по магазинам. Там, значит, когда едешь от Краснодара, есть огромный рынок, на котором там, не знаю, не соврать, 20-30 продавцов, которые продают адыгейский сыр, копченый, не копченый. Так вот, я как повар поинтересовался у них, и покупая каждый раз копченый сыр, я понимаю, что он такой, более творожный. Но никак не рассольный, не такой сильно соленый, и нету в нем дырочек. На рынке мне говорят: нет, адыгейский, а я знаю, что адыгейский совсем другой. Если есть специалисты, наверняка среди моих подписчиков есть люди, которые живут в Адыгее. Может быть, есть те, кто работают на производстве на сырном или сами его делают, коптят. Напишите, пожалуйста, как вот определить адыгейский сыр. Но суть в том, что я-то в итоге взял именно этот, потому что мне нравятся дырки, мне нравится, что он сильно соленый, и мне нравится, что он копчен.
одном куске я получаю три вкуса. Значит, я отрезал такую пластинку, попросил, вернее, чтобы отрезали. Делю ее так, чтобы можно было удобно порезать. Вообще, в идеале, конечно, хорошо было бы ее разрезать по толщине еще вдоль, потому что нам толстые куски сыра не очень подходят. Значит, я режу его такими пластинами. Самое главное, чтобы сыр, который у нас был в салате, не был мелко накрошен или как-то, знаете, руками наломан. Нужно, чтобы все было ощутимо. Должно быть реально ощутимо. Сыр у меня, значит, вторая половинка уходит сюда, а первая половинка здесь. Дальше. У меня здесь на полотенце лежит рукола. Я ее промыл, она подсохла. И, конечно же, у меня... Ой, какой. Вот от этого арбузика я отрезал, да, смотрите, какой мощный. О, вкусный, сладкий, красный. Семечки, которые у меня поджарились и немного остыли. Видите, они даже звучат по-другому. Они надулись, звук появился, пустота внутри. Вот тарелка. Это деревянная тарелка из кедра, пропитанная каким-то маслом, я не знаю каким. Значит, теперь пора собирать салат. Значит, я, наверное, парочку кусочков еще дополнительно разрежу. Значит, смотрите. Кусочки складываем. Добавляем к ним сыр. Добавляем еще арбуз. Тут, я говорю, если захочется, вы можете прям хоть кубиками его резать. Сюда добавляем рукколу. Рукколу добавляем произвольно. Хотите, можете добавить ее вниз. Хотите, можете добавить ее сверху. Можно просто пучок рукколы реально кинуть и все. И будет достаточно хорошо. Главное, чтобы вот эта вот остринка, а летом рукола гораздо ярче по вкусу, вот она нам нужна. Потому что вот это соотношение, так сказать, арбуза к рукколе. Дайте еще кусочек один. Не переборщите с сыром, иначе будет сильно соленый. Соленый копченый сыр, хрустящая сладкая мякоть арбуза, яркая горчинка у рукколы, семена горчицы, которые, кстати, тоже имеют такую, знаете, небольшую остроту. Нет, я их чуть позже добавлю. Давайте вначале мы добавим туда чуть-чуть меда. Летом много кто качает мед. Смотрите, у меня мед я с Алтая привез. Он может быть любой, откуда угодно. Кто с Башкирии, кто в Подмосковье у самого себя там держит пасеку. Мед жидкий. Реально очень хорошо, когда к салату идет мед жидкий. И лейте его прямо на сыр. Все же мы прекрасно знаем, что сочетание меда и сыра – это идеальное сочетание. Соленый сыр, сладкий мед. Можете добавить, знаете, куда-нибудь еще. На арбуз чуть-чуть и тогда. Вкусный мед. Теперь обязательно нужно добавить сюда бальзамический крем. Я уверен, что кто-то из вас скажет, что, мол, бальзамический крем – это почти как майонез в русской кухне. Но здесь не хватает кислоты, которую дает нам бальзамический крем. Не бойтесь, добавили, расплывется, ничего страшного. Теперь нужно сюда насыпать буквально крапулечку горчичных семян. Прям совсем, вот знаете, щепотку, там, 3 чайной ложки. Можно вот сюда прям на мед, где у нас, чтобы прилипало все. Для хруста, для определенной сердитости, для подчеркивания вкуса рукколы. И, конечно же, семена. Семена, блин, это обязательное вообще явление. Во-первых, это клетчатка. Во-вторых, это жиры определенные. Блин, это вообще супер. Для салата с арбузом и сыром семена – это необходимая вещь. Необходимая. Вот наверняка из регионов, ребят, вы смотрите и думаете, да еще и напишите, мол, что это за ерунда, ну какой это салат. Я вам с полной ответственностью заявляю. Несколько лет в Москве, в московских ресторанах, это и реально топовый салат в сезон, когда есть арбузы. А арбузы есть конец июля, август и начало сентября в Москве. Я понимаю, что в Норильске, наверное, там короче сезон арбузов, но тем не менее.
Используйте, думайте, вкусовые сочетания ищите. Это реально круто. Можете добавить сюда еще курицы. Я так бы не сделал никогда, но мало ли что, вам понравится. До новых встреч!